И, дорогие друзья, уважаемые зрители, призеры финала «Открытый класс» программа «Стандарт». Третье место бронзовой награды Кубка Триады завоевали Валентин Василевич, Ксения Мельникова, Минск. Место и серебряные награды завоевали Дмитрий Сенько, Эмилия Черичи, Минск. И приветствуем победителей Кубка Триады 2024 года. Программа «Стандарт», возрастная категория «Дети». Первое место. Игорь Заяц, Алиса Канаш, город Минск. Аплодисменты, поздравления финалистам группы «Дети».